27 марта весь мир отмечал День театра. В профессиональный праздник актеры позволяют себе не только отойти от классического текста, но и пошутить на злободневные темы. В нашей области театральные коллективы региона собираются в Белгородском академическом на традиционный капустник. Посмеяться в том числе и над собой, весело и по-доброму. С театрального капустника репортаж Натальи Александровой. Капустник – особый праздник для актеров. Здесь может происходить то, что никогда не случится на сцене их родного театра. В этот раз, например, кукловоды впервые вышли из-за ширмы. Я не скрываю своего имени. Его скрывает ширма. Ширма скрыла меня от армии, от кредиторов. Она излечила меня от звездной болезни. Но потом я начал замечать, что ширма скрывает меня от славы. Актеры Губкинского театра для детей и молодежи похвастались спортивными достижениями. Мы сдали нормы ГТО, а мы сдали. Будущие артисты театров, а пока выпускники самого творческого вуза региона, с иронией поделились планами на будущее. А куда идти, белгородским выпускникам? В Алексеевке есть ДК. А сами щепкинцы воспользовались возможностью, чтобы признаться в любви к руководству. Специально для этого записали видеообращение, пожелав всем такого руководителя, как Слободчук Виктор Иванович. Такого, как Виктор, полного сил. Такого, как Виктор, чтоб его сил. Такого, как Виктор, чтоб на фестиваль. Такого, как Виктор, чтоб там видать. Это щепкинские были капустники. Тогда они там что-то сами делали, тогда это вообще был такой ритуал. Сегодня такой, ну, пир театральной свободы. С Днем театра! С Днем театра! С Днем театра! Наталья Александрова, Дмитрий Боев, новости Мира Белогорья.